Я с большим удовольствием рада презентовать вам свою новую книгу. Работа за последние 5 или 7 лет, потому что темой профессионально занимаюсь уже очень давно, темой категорийного менеджмента, больше 15 лет. И уже несколько книг на эту тему выпущено. И в 2015 году, когда мы выпускали последнюю редакцию книги «Категорийный менеджмент», нам казалось, что очень надолго хватит этой информации, потому что мы апгрейдили, внесли новую практику, примеры. Вот, и мы ошиблись, потому что мир за вот эти 4-5 лет, он так сильно изменился, как он до этого не менялся десятилетиями. И пришлось писать новую книгу. И чем она отличается? Она на самом деле то же самое про категорийный менеджмент, про систему управления ассортиментом. Но, что самое главное, здесь практика. Это практические примеры, чтобы вы видели, что это работает, что это не просто теория, там, неизвестно придуманная. Это кейсы, примеры из реальных компаний, которые разрешили поделиться своими классификаторами или работой с категориями. Это то, что делали ученики на семинарах, это то, что делали компании, то, что делала я, работая с компаниями. И здесь есть примеры провалов. Проще всегда учиться на чужих ошибках. И есть удачные примеры, когда система управления ассортиментом была запущена, работала и принесла свои результаты. Спасибо большое издательству 1С Publishing, потому что они постарались, они очень хорошо ее сверстали. Она довольно толстая, здесь 300 страниц. И она получилась цветной, с картинками. Причем много графиков, много схем, много примеров, потому что работа с классификатором – это всегда, с ассортиментом всегда какие-то примеры. Ее можно купить на сайте Retail.ru. Обещали позже, что она будет также продаваться и на Озоне. Я очень жду этого. Но пока что на сайте Retail.ru она там есть в новинках в разделе «Книги». Приобретайте, пишите, давайте отзывы. Буду очень рада.